Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Здравствуйте, решим задание 606. Нам нужно найти значение y по данному значению x, заполнить таблицу и отметить точки с координатами x и y на координатной плоскости. И y равен минус 6, x минус 1, x равен минус 9. Значит, y будет равняться минус 6 умножить на минус 9 и минус 1. Минус на минус дает плюс. 6 на 9 – 54. 54 минус 1 будет 53. Следующее значение x – минус 6. Минус 6 умножаем на минус 6. И еще минус 1. Минус 6 на минус 6 – 36. Минус 1 – 35. Y равен минус 6 умножить на минус 3, минус 1, минус 6 на минус 3, 18, минус 1, 17. Если y 0, то есть если x 0, то минус 6 на 0, 0, и остается только минус 1. Следующее значение y считаем минус 6 умножаем на 3, минус 1, 6 на минус 3. 6 на 3 будет минус 18, и минус 18 минус 1, 2 отрицательных числа, плюс складываем модули, будет минус 17. Y, то есть минус 19, простите, конечно, мы складываем модули, а не вычитаем, поэтому здесь у нас неверно немножко. 19. Дальше минус 6 умножаем на 6, минус 1, 6 на 6 – 36 с минусом, и минус 1 получаем минус 37. И если y равен минус 9, то 6 на 9 – минус 54, и еще минус 1 получаем минус 55. Теперь нужно все это отметить на координатной плоскости. Для этого нужно удобно выбрать единичные отрезки, чтобы можно было такие большие числа поместить. И давайте выберем единичные отрезки удобные, чтобы можно было поместить такие большие числа. И на оси x две клеточки будут соответствовать 3, значит здесь будет 3, 6 и 9. Минус 3, минус 6 и минус 9. А на оси y одна клеточка будет соответствовать 5. Здесь 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ну, соответственно, 53 будет немножко повыше. Отмечаем точку минус 9, 53. И будет это где-то здесь. Следующая точка минус 6, 35. Так как одна клеточка 5, то считываем 7 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 35 будет здесь. И отмечаем точку. Следующая точка минус 3, 17. Здесь 5, здесь 10, здесь 15, здесь 17 приблизительно. Отмечаем точку. Точка 0, минус 1 будет на оси y и где-нибудь здесь. Следующая точка 3, минус 19, 5, 10, 15, минус 19 будет приблизительно здесь. 6, минус 37, так, здесь 20, 25, 30, 35, 37, соответственно, будет здесь. Отмечаем точку. И последняя точка 9, 55. 40, 45, 50, 55. Здесь и отмечаем точку 9, минус 55. И выполнили задание 606. Но если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.